Приветствую вас, любители хорошей музыки! Не перематывайте и не переключайте это видео, сейчас я вам расскажу кое-что интересное. Многие из вас знают меня как творческого человека. Я пою, играю на гитаре, пишу стихи, сочиняю песни. Так вот, одной, наверное, из самых известных и самых значимых песен, которые мне удалось написать, является, конечно же, песня «Святогор». Благодаря тому, что замечательные музыканты, мои друзья, тамбовская группа «Сколот» взяли ее в свой репертуар, и, собственно говоря, песня вышла на их 5-м альбоме «Эхо времен». Я хочу полетиться на свет, на шлесаре с крайней простор, и жестоким врагам голоса посмотреть, занося над собой набор, я сын русской земли, Святогор. Так давно мне в голову пришла идея дополнить песню «Святогор» и заказать на эту композицию у профессионального художника настоящий полноценный арт. За реализацией этой задумки я хочу обратиться к художнику, которого зовут Олег Щербаков. Он рисует невероятные крутые обложки для различных музыкальных групп, а также рисует обложки для разных книг. Стилистика его работ очень отзывается в моей душе металлиста, поэтому мы с Олегом уже даже обсудили концепцию будущей картины, и сегодня я хочу обратиться к вам, всем людям, кому интересна такая музыка, кто неравнодушен к славянской культуре, с просьбой о том, чтобы собрать необходимые средства для того, чтобы заказать эту работу у художника. Сумма, необходимая для реализации этого проекта, на самом деле очень небольшая. Это около 35 тысяч российских рублей. Возможно, у кого-то из вас возникнет вопрос, почему же я сам за свои деньги не закажу эту работу, ведь сумма действительно небольшая. А я вам объясню. Дело в том, что в нашей непростой жизни всегда почему-то находятся какие-то более важные статьи расходов. И скажу вам по секрету, с Олегом мы общались на эту тему уже год назад, если не больше. Но до сих пор я почему-то так и не могу найти какие-то лишние средства, чтобы реализовать свою задумку. Ну и самое важное на самом деле, это то, что мне бы хотелось, чтобы эта композиция, которую я писал от души просто для людей, чтобы она была реализована именно как раз-таки нашими совместными усилиями, чтобы те люди, кому действительно это интересно и кому нравится подобное, чтобы он вложил тоже частичку своей души, своего тепла в эту копилку, необходимую для реализации проекта. Забегая немножко вперед, скажу, что это всего лишь первый этап. А на втором этапе, конечно же, мы вместе с вами будем придумывать и изготавливать какой-то крутой мерч. Конечно, в первую очередь это футболки. Я уже прям жду не дождусь, когда на очередном своем музыкальном фестивале, на который я езжу очень много в своей жизни, я смогу надеть футболку с принтом своей же песни и, скажем так, нести в массы частичку своего творчества. Поэтому все необходимые реквизиты вы сможете найти в описании к этому видео. Я буду обязательно выкладывать видеоотчеты о том, как продвигается работа, как продвигается сбор средств. Ну и, конечно же, потом вместе с вами мы все вместе дружно оценим и применим итог проделанной работы. Всем добра! Благодарю вас! Черный шелк застелила ночь на небеса, но в дозор снова всходит полная луна. В темноте искры режут солнечный узор, и поет свою песню грозный Святогор.